Это замечательно, что мы сегодня собрались именно здесь, чтобы не только рассказать о своих достижениях и поделиться опытом, но и понять, как объединить наши усилия и сделать патриотическую работу более эффективной. Но чтобы говорить об эффективности применительно к патриотизму, сначала мы должны четко определить, какого результата ждем от многочисленных мероприятий, акций, уроков мужества и многих других проектов. Казалось бы, очевидный ответ заложен в самом названии нашего форума – «Воспитать патриота». А это, согласитесь, в современных условиях нетривиальная задача. Наши дети сегодня растут и формируются в открытой информационной среде, которая не знает границы, где доминируют самые разные, иногда ложные, а порой просто разрушительные для неокрепших душ ценности. Все они подаются в обертке современных технологий, которые не могут оставить равнодушными никого. Открытость, глобализация – это одновременно большие возможности, но и не меньшие риски, особенно в условиях информационного и идеологического противостояния. По сути, мы обязаны сейчас конкурировать с голливудскими сериалами и компьютерными играми. Не только по своему содержанию и глубине, тут мы как раз более чем конкурентоспособны, а по качеству исполнения, технологичности и привлекательности форм. Конечно, это грубое сравнение, но, к сожалению, как показывают многие исследования, и западное кино, и компьютерные игры зачастую несут мощный антироссийский идеологический заряд. В основе его штампы и образы на подсознательном уровне, формирующие у наших детей ложные представления об истории нашей страны, ее настоящем и будущем. Противопоставить этому, я уверен, мы должны историческую правду. И эта правда должна увлекать, вызывать эмоцию, сопереживание и, как следствие, гордость у подрастающего поколения за нашу историю и победы. Вы видите, что в последнее время появляется все больше и больше новых механизмов, и все они, по сути, являются инновационными. Поэтому правильно здесь было подмечено, что Министерство просвещения откликнулось, оно не могло не откликнуться. И общественная палата, которая является мостиком, да, между нашими какими-то новыми методическими рекомендациями, разработками и конкретными получателями. А конкретные получатели – это опять мы все с вами. Потому что каждый субъект заинтересован в продвижении в первую очередь себя и своей территории. Нам бы очень хотелось, чтобы в будущем, а мы уверены, что этот конкурс будет являться постоянным, ежегодным, может быть, он не будет проявлен в 2019 году именно через президентский грант, а будет каким-то образом иначе, но он обязательно будет.